общем, едем в Териберку. Как хорошо, что нет морской болезни ни у кого. Лёха вообще, он спит. Женёк в порядке. Трясёт жесточайше. Доехали. Ей. Зелененький такой, малю. Вот интересно, почему с единственной достопримечательностью нас познакомили сразу? А вот это маркет. Хотите посмотреть, вот это маркет. И вот дальше чуть вправо смотрим, и вот там вот маленький такой квадратик с крышей. Вот это морг. Люди полны сил, энергии. Готовы в бой рвать, метать, заряжать. Выступать. Фестиваль на размот. Фукус добывает в Белом море частной компании по добыче морских биоресурсов. Значит, судя по всему, может быть... Это что-то ценное, и это стоит денег, в принципе. Это штаны. Возможно, штаны тоже очень ценные. Не просто так. Они, возможно, выросли здесь, вот, и их собирают только в этой местности. Баренцево море. Офигеть. Катя, ты вообще понимаешь, что ты стоишь в Баренцевом море? Нет, нет понятия, непонятно. Оно приток идет. Холодно тебе? Нет. Ну, водичка прохладная. Я зарылась в земле. Водичка прохладная, но тем не менее. Зато ну, какая чистая. Но красота. Всем привет, короче. Мы на Териберке. Давайте все ноги оставлять. Чикапуля, палики, самочка, ляса. Женек нашел нам ужин. Это камень. Да. Дай там же. Узоры. Уже камнями. Вон он на там. А знаете, что делает человек, когда видит что-то красивое? По колено в грязи. Сейчас чисто, мама, ну Катя. Каша мало. Новые ботинки от Dramatics. Покупайте. Dramatics Fashion. Не знаю про фэшн. Бери всю силу данной сцены. И в театре Лукова лежал на сцене. Это у тебя традиция такая? На всех сценах я должен полежать. Нашли супер-бубен. Арктический. Женька у нас заболел, не знаю, что он делал и где. Просыпаться говорит, все, не могу болтать. Либо, не знаю, кость какую-нибудь съел. А для меня это боль, не болтать, это же вообще невозможно. Вообще, и у нас Женек прямо это, страдает. Да, конечно. Он у нас самый болтушка в команде. КВНщик, что с ним здесь? Ну, мы наколдуем, чтобы он не болел. Привет, подруга.
лет! Чурчхила! Ой, какая я большая! Только давай, как коты мои, не будешь делать. Я сейчас на телефон буду снимать, а ты не улетишь. Привет! Боря, как дела? Нормально? Ну хорошо. Ты кушал сегодня? Тебя кормили? Не бойся, Нюня, не бойся, не бойся. Ну что, встали в пробку, все, артист не выступает. На КПП? Вот, и костишки сыпали в подушку. И 2 часа фили пила. Ой, еще. Да ладно, преступление, мы же ее вернем. Да, мы вернем. Нам главное сейчас доехать до места выступления. Тут как бы ситуация без вариантов. Вызываем лошадь и везем артиста на сцену на лошади. Вызываем лошадь. О, круто, я умею кататься. В общем, где-то там случилось лобовое столкновение, и мы идем пешком. Let's go! Готовится фестиваль. Это шатры гримерки. Сейчас мы посмотрим, что делается в нашей. А нижний брейк слабо? Я там с водичкой чувствую. Да, давай красивенький сделаем. Как будто бы говорит Стас, но Стас у нас женился! И поэтому без него всем на Марсе! Черепенька, ты здесь? Огонь на дым факела.
заряженный народ, очень заряженное место. И особенно, когда вместе с музыкой это все из природы, это просто взрыв башки. Еще раз огромное спасибо! Спасибо! Вообще, мне кажется, вот тут так туманно, и этот весь туман сейчас на моем лице. Я такая мокрая, но это просто потрясающе, спасибо. Мы прям, вот так вот. Круто! Моманс вообще прям молодцы. Мой он за топ должен маленький быть. Наверное, мой по площади, а твой. Давай, давай, я буду ставь, чтобы держался. Центр тяжести. Давай, нет, мы сейчас найдем. Стоп. И вот этот последний. Вот уже 13 дней. 13 дней мы здесь. Здесь холодный край. Ничего не видно, есть нечего. Мы не знаем, как двигаться дальше. Но мы пробьемся. Ведь мы команда. Простите нас, если эта запись не дойдет до вас. Мы вас любим. Нас, если эта запись не дойдет до вас. Мы вас любим. На водопаде, и сейчас я буду фотографировать вот оттуда. Спасибо большое фестивалю Кривенка. Как публика вас приняла? Понравилось? Тепло, горячо, да. Люди очень классно приняли, плюс здесь, ну, природа сама создает атмосферу, и здесь как-то очень тепло. Мы открыли этот фестиваль, и мы рады, что мы были первыми. Как вас зовут, представьте. Это Катя Драматик, специально для фестиваля Кривенка. Спасибо. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Мы выступили и провели потрясающие 2 дня на Кривенке в Мурманской области. 120 километров оттуда, и это было очень круто, мы посмотрели все, мы посмотрели потрясающий туман, горы, мы посмотрели альбатросов, чаек, белые ночи, вообще это было супер, с удовольствием приеду сюда в октябре. Ребята, кто хочет со мной посмотреть на северное сияние, собирайтесь, пишите в нашем телеграм-канале Dramatics Chat, вот, буду всех вас там ждать. Класс. Спасибо, Териберка. Спасибо, Арктик. Спасибо. Ну что ж, добрый вечер. А вы спросите, как прошел сегодня концерт? Я скажу, нормально. А знаете почему? Потому что мы созданы для того, чтобы разматывать. Да-да, разматывать. Разматывать и попадать прямо в сердечко. Прямо вот сюда. Поэтому ждите. Скоро мы будем и в вашем городе. Thank you.